складу комісії, уповноважений отримувати надруковані бюлетені від підприємства вигодовлювача у складі. Ставим на голосование. Кто за? За что голосуем? За команду. За полномоченных членов за прочие решения. Еще раз. Кто за? За состав комиссии. Я предлагаю объявить перерыв. Послушайте постановление. Змінити склад членів виборчої комісії повноважених від імені комісії отримання антикольних бюлетенів та протоколи від підприємства виготовлювача. А що можна вислухати? Ви можете нормально? Ви можете нормально говорити, це прогноз, будь-який, ніхто нічого не скаже. Дайте я дочитаю. Визначити наступних членів комісії, які від імені Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області мають отправили отримати надруковані бюлетені та протоколи від підприємства виготовлювача у складі. Адарченко Сергій Віталійович від боку Петра Порошенка «Солідарність», Попровський Олександр Савчук від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Кащій Наталія Михайлівна від «Народного фронту», Харченко Ірина Миколаївна від Радикальної партії Олега Ляшка, Іщенко Сергій Петрович від партії регіонів, Сташенко Ігор Олександрович від партії «Народного фронту», Полянська імені отчеству, не пам'ятаю, від Радикальної партії Олега Ляшка, Романенко Артем від опозиційного блоку, склад 8 осіб, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, ті, хто зараз контрольна комісія в типографії, я пропоную разом з головою зараз їхати в типографію, а на приймання бюлетенів о 16:00 всі запрошуються на приймання. Давайте робимо перерву. Закриваємо засідання, нам нужна в типографію, срочно. У нас сьогодні є. Вынесите тогда решение о том, что давайте мы не будем смотреть. Вы не имеете права заниматься. Час перерыв. Рассмотрите повестку дня. Это нечестно с вашей стороны. Комиссия, коллегиальный орган. Да в конце концов, ну что это было? Мы второй день. Прекратите насиловать закон. Давайте мы закончим это заседание. Почему вы определяете? Почему вы, голова, определяете, что это правильно? Какие решения мы принимаем, какие нет? Вот повестка дня. Давайте мы ее закончим. Почему вы считаете, что регистрация доверия для уполномоченных особ есть головным питанием? Потому что на это еще есть время. Я вас понимаю. Отсюда никто не выйдет, пока не будет рассмотрена повестка дня. На каком основании вы пациент заботились? Почему вы не рассматриваете другие? Ну давайте мы это закончим. Это беспредел, ребята. Это просто беспредел. Вообще ничего не получите. Ганьбава! Вы перенормали всю комиссию. Ганьбава! Это коллегиальное решение. Ганьбава! Ганьба! Ганьба! Комиссия, коллегиальный орган! Да что творится? Почему только вы в единственном лице? Да вы уже пришли на главу речи. Блокируют работу комиссии. Да потому что она сепаратистка конченая. Самое главное сепаратистка. 16:00 в типографии. Вы сами там будете. Вы сами там будете.
заслужили, что вы закончили. Вы этого заслужили, что на вас кричали. Вы заслужили. Ганьба вам. Я еще раз говорю. Вам пошли на встречу все члены комиссии. Вы заблокируете. Мы уже приняли, пока вы уходите. Позор! Никто не будет там, позор! Услышьте вы нас! Ну почему вы плюете? Давайте мы закончим заседание. Вы только можете закрыться. У нас коллегиальный орган. Почему вы головой решаете вдвоем, что делать всей комиссии? Вы несете уголовную ответственность. Кто срывает процесс? Конкретно сейчас секретарь и голова срывают выбор. Они не дают. Мы же проголосовали. Вы нам предложили внести изменения повестки дня. Мы вам дали все. Ну что за плевание опять в лицо? Ну какое заседание закрыто? Нет, голова объявила. Закрыто для всех. Это правильно. Это голосование. Нет, достаньте. Вы нас слышите. Ну что вы делаете постоянно? Никто в демографию, никакая комиссия не лезет. Все. Все. А наши вопросы? Я ставлю. Позор. Голосование продолжить. Четыре часа собираются все. А комиссия принята, которую ЦИК обязал создать? Да, комиссия создана. Да. Комиссия по приемке бюллетеней создана.